Так, лекция на тему правила проведения допроса. Допрос состоит из нескольких этапов. Первым это что вы должны сделать, что это узнать личность допрашиваемого. После этого агент должен выяснить необходимые данные о личности допрашиваемого. Убедиться в наличии или отсутствии факторов, способных влиять на его позицию в уголовном деле. Содержание его показаний. Свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент получения сведений, относящихся к предмету допроса. Присущих ему с особенностях запоминания увиденного или услышанного и прочее. Допрос по существу целесообразно начинает с предложения рассказывать все по известному по делу, предоставляя допрашиваемому возможность самому определить круг обстоятельств, по которым он готов дать показания. После рассказа допрашиваемый один из агентов задает ему уточняющие и контрольные вопросы, чтобы добиться получения максимума интересующих его сведений и убедиться в достоверности сообщаемых данных. Лекция окончена. Вопросы есть?